знаешь, кто это? Знаю. Такой же хам, как и его водитель. Вылететь с работы хочешь? Я хочу справедливости. Алина подала в суд, хоть чтоб Ника жила с ней. С меня, соответственно, большие алименты. Ну что, выперли? Дочерью будет заниматься моя жена. Новой встречи мне, как роман из... Я хотел бы знать, что за жена? Ой, не знаю. Брякнул. Расскажи, расскажи. Я все выяснила. Новая жена вранье. Нервы перетянуты струной, ты навек останешься со мной. Твоя мамаша только что подарила нам полгода. Выкупай за нее. Уронить на землю небеса, чтобы заглянуть в твои глаза. Отдать все за... Кончились слова, но любовь жива. Расставание — это боль. Ночи до утра, ангелов и как ты там расскажи. А ты возьми эту девчонку, предъяви судье и не отправляй. Расскажи. Предъяви ее в качестве своей жены. С какой стати я должна изображать вашу невесту, жену, непонятно кого? Мне своих проблем хватает, у меня мама в беде. Я заплачу. Назовите цену. По умолчанию было понятно, что в вашей внешности все придется поменять, чтобы вы соответствовали моему уровню. Определить место жительства ребенка с отцом Никоновым Иваном Даниловичем.